Так, всем привет. Вот сегодня выбрался опять на коп. Дождя сегодня вроде нету. Каждый день идут дожди, надоело уже. Сегодня вроде спокойно. Ну вот, заехал я в одно место. Как-то в одном из видео обещал показать памятник американским солдатам. Но вот ехал раз назад, уже было поздно, темно. И нечего было снимать, темно было. Но сегодня вот заехал, решил показать. Вот так вот вдоль дороги стоят вот такой вот монумент, как или как он называется, ну памятник. Вот так он выглядит. Здесь расписано, что, когда, как. Вот снизу вот такой значок. USA, ветеран. Veterans Fluence. Вот такой красивый бронзовый значок. И вот тут вот. Вроде как имена стоят. Вот так вот он выглядит. Когда проезжаешь, часто видно, лежат цветы, кто-то цветы ложит сюда. Вот так вот он выглядит. Там, в той стороне, вон где идет дым, как бы большое облако, то уже Франция, там атомная электростанция стоит. А вон с той стороны, там уже Люксембург. Вот оттуда было наступление американских войск сюда, на Германию, в 45-м. И вот в том лесу, как говорили, был очень большой жестокий бой. И вот там погибли эти американские солдаты. Вот в честь них стоит здесь памятник. Ну вот. Вот сегодня еду недалеко, там внизу, в той стороне примерно, буду сегодня копать. Вот так вот. Ну и вот сразу покажу. Он строят здесь эти вертушки. В Германии их сейчас здесь ставят. Одну за одной растут, как грибы. Вот недавно поставили вон те три штуки, но сейчас уже останавливают четвертую. Ладно, поедем копать. Так, ну вот заехал я в такой лесок. Сегодня хочу покопать здесь. Я здесь уже был, лазил. Вроде так ничего, понравилось. Сегодня пройду еще раз по этому леску. Вот только вышел с машины, начал подходить к лесу,
поляна такая сразу начинается. И вот пока шел, включил детектор, и сразу вот выпал сигнал. Вот такая вот штучка здесь у меня выпрыгнула. Будем смотреть сразу, что это. Какая-то застежка, похоже. Тут даже вон, вижу кусочек материала кого-то торчит. Видать, какая-то тоже застежка была от сумки или от чего-то еще. Такая вот. Оп, и поломалась пополам. Медная. Угу. Капут. И вот капут. Ну, посмотрим еще, что здесь есть, может. Ну что, вот вошел я в лес. Где-то, наверное, прошел полчаса, чуть больше. Это, как всегда, ничего хорошего еще пока не попалось. Один мусор военный. Тут он. Все, такая вот дудочка, тюбик каких-то лекарств, апталидон, не знаю, это смотрел год, найти не могу, не стоит, возможно, современная. Да, здесь вот что-то, по-моему, нет, думал, евро написано, нет. Не пойму, что это такое. Париж. Французская какая-то. Вот. Со снаряда вот опять. Выкопал алюминиевое. Потом еще одну вот такую со снаряда. Болванку. Вот этот кусочек со снаряда. Вот это вот попала штучка. Я говорю, лес. Звенит здесь все подряд. Осколки, пули, гильзы. За полчаса накопал. Вот запулёк какая-то выскочила тоже. Не знаю. С одежды какая-то. Наверное. Ладно, пойдем еще полазим. Земля очень мокрая, грязная. После дождей все пораскисшее. Здесь уже грязно, как свинья. Ну ничего, покопаем еще, посмотрим. Так, ну вот тут у меня вылезла интересная находка. Сейчас посмотрим. Вижу ручку. Во! Такой вот кинжал. Фига себе. Ну, тут катается он еще на конях. Эта девчушка проскакала. Вот тут еще и бежит. Вот у меня вот здесь вот такая вот находка. Такая вот турецкая сабля. А может, какая-то римская сабля.
Прикольная мачете такая. Тебе ножичек. Так, ну здесь у меня вот второй кинжал выпрыгнул. Правда, чуть поменьше. Вот такой вот ножичек. Вот от него ручка. Кусочек какой-то еще. Тоже от него, наверное. И вот такая вот ручка. Наверное, был столовый какой-то ножик. Что-то он не похож к этой ручке. Или не похож. Это примерно было так. Вот такой вот ножик. Марки никакой не стоит. На лезвии ничего нету. Какой-то, видать, кухонный простой ножик был. Ладно, идем дальше. Так, ну что, переехал я на другое место. Уехал оттуда, так как там копать невозможно. Все мокро. Яму копаю, сразу наполняется водой. Только учухался, как свинья. Потом как-нибудь вернусь на то место. Обязательно пойду дальше. И вот сейчас приехал на другое место. Чуть походил. И вот прямо на дороге у меня здесь был сигнал. И вот я выкопал вот такую вот штучку. Смотрите, что мне попалось. Такая вот бляшка. Но я думаю, это не знак электрика. Какая красота! Вот такая вот задняя часть вот отгнила. Это очень плохо. Ой-ой-ой. Жалко, конечно. Вот такая красавица. Не пойму, что за металл, по-моему, как медная. Такая вот у меня бляха. Такая вот красота. Что, отлично? Ну, пойдем дальше посмотрим. А, кстати, тот ножик, который нашел, я его немножко почистил. Сейчас я
покажу. Ну, что это за ножик? Так вот, такое вот лезвие, это чисто без всяких клеем на ручке. Вот такой вот значок US. Правда, поломался он, и вторую часть, вот эту вот ломаную, я оставил там в лесу, но я за ней обязательно вернусь, я его отреставрирую. Так вот, должен был быть. И вот штучки у меня. А с этой стороны вроде как должен был год стоять. Здесь такая вот страшная коррозия сожрала. Резкость это. Ладно, пойдем дальше. Так, ну вот от того места, где нашел бляху, недалеко отошел, вот попалась еще одна находка. Вот такой вот у меня топорик попался маленький, совсем какой-то детский. Еще один топор для шашлыка, тоже не сильно ржавый, какой-то знак стоит. Ну вот, походный топорик будет, выезжать на природу, рубать дровишки на шашлычок. Все, прелесть просто. Ну все, пойдем дальше. Так, ну здесь вот у меня выпала одна находочка. Интересненькая такая, сейчас покажу. Вот такое вот какое-то, не кольцо, а как бы шайбочка с таким по кругу красивым орнаментом, узором. Так вот она выглядит. Очень даже красиво. Вещь какая-то тоже старенькая. Не знаю, что это. Ну, что-то интересное. Сейчас посмотрю здесь, может, что еще попадется. Вот рядом в соседней ямке выкопал вот такую вот бутылочку тоже пластиковую. На ней на крышке стоит дата 15-12-90 год. Вот рядом была вот эта вот шайбочка. Сейчас пройдусь, посмотрю вокруг здесь, что может еще попадется. Так, ну что, уже темнеет, пора сворачиваться. Ну, вот результат моих сегодняшних похождений. Не сильно богат, но находки есть хорошие. Тут какая-то вот такая вот болванка попалась алюминиевая, никчемная,
Это вот запчасть вот такая, по-моему, тоже, как я уже видел, говорят, от губной гармошки, что ли. Кольцо какое-то медное. Какая-то штукенция, тоже непонятно. Такой вот бутылек. Вроде как от лака для ногтей, без всяких опознавательных знаков. Такой топорик недавно попался. Гильзы я много не стал подымать, копать. Надоели они уже. Это последние, которые попадались. Вот эти две вот такие пули дуры. Крупнокалиберные. Потом вот недавно тоже вытащил. Что это такое, не могу понять. Ну, что-то вроде современное, наверное. Такая штучка. Что-то не знаю. Жопка от гильзы. Я на ней смотрел. Стоит обозначение Хаунке. Это как вроде, как называется, Хаклер Кох или как там фирма. Хаклер Кох. Вот такая вот запчасть от чего-то. Как-то уже я что-то подобное находил. Не мог понять, что это такое. Это вроде какой-то коробочки или от чего. Медная. Такой ободочек. Вот такая вот штучка была. Показывал я. Что это, тоже не знаю. Ну, красивая. Потом вот эта вот застежка вроде как от американской каски. Правда, я ее сломал почти сразу. Такая вот табличка. Тут только ее читать надо с этой стороны. Отсюда смотришь все вверх ногами. Тоже написано, это непонятно на каком языке. С этой стороны почитать, почистить, почитать. Вот такие застежки попались. Одна, вторая с ремня. Вот тоже что это такое, не знаю, за кусок чего-то, как будто латунь. Хвостая гильза. Тоже планка магазина. Маузер. Такая ложка ржавая. Надо почистить, посмотреть, может. Железная. Ну вот этот. Так, значок вот еще какой-то был. Тоже надо чистить, не знаю, что там. Похоже на какой-то значок, а окисленный надо дома чистить, смотреть. Ну вот этот ножик показывал, US, американский. Вот такая вот порадовала бляшка сегодня. Вообще прелесть. Ну вот. Ну что, на сегодня все. Всем пока. До следующих встреч.